Всем привет! Добро пожаловать на канал Евгеймер. Вчера у меня не получилось выпустить видео, делаю его сегодня. У нас новая коллекция, никто не догадался, это коллекция единорожки. Давайте возьмем три конвертика из новой коллекции, они у меня все разненькие, с оформлением разным. Возьмем раз, два, со звездочками, три. Возьмем конвертики от канала «Люблю рисовать», который сделала моя сестра. Ссылочка на нее будет в описании. Возьму один конвертик. Три штучки Шопкинсов. Одного веселого прилипалу. Одного амнямчика. От РЖД один конвертик. Две мини-ленты. Раз. Два. Парочку киндер-сюрпризов. Хочу поскорее закончить эту коллекцию. Хочется посмотреть, кто быстрее у нас соберется. Ананасик и виноградик из коллекции «Сок». Парочку выстрелов для наших пиратов. От «Холодного сердца» один конвертик. Один конвертик «Шарлотта земляничка». И коллекция «Коты рулят» или «Я люблю котят». Тоже один конвертик. Можем идти распаковывать. И сегодня я хочу пойти не по порядку, как у меня расположены коллекции, а как сложились у нас конвертики. А вы потом напишите, нравится ли вам открывать в таком порядке или лучше по порядку, по каталогу. Так, первый конвертик у нас «Коты рулят». Где у нас эта коллекция? Вот здесь. Давайте посмотрим, что нам попалось. Это же кот Гарфилд из очень известного фильма. Под номером 10. Следующая коллекция — Шарлотта земляничка. Так, не подсматриваем. Вот эта коллекция. Открываем. Так, что же нам попадется? У нас попадается вот такая вот милая девочка. Видимо, яблочко, судя по ее резиночке. И на сапожках бляшка яблочко. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как зовут эту девочку. Она у нас под номером 13, а мы приклеим ее на место. Следующая коллекция — «Холодное сердце». Вот здесь. Открываем. И нам попадается маленький олененок Свен под номером 5. Ну, естественно, где же он еще может быть? Конечно же, рядом с маленьким Кристофом. А вы уже догадываетесь, какие наклейки нам еще попадут на этой страничке и в этой коллекции полностью? Так, дальше у нас конвертики от «Морского боя», значит, мы переходим в начало каталога. Вот эта коллекция. И посмотрим, как у нас сегодня пройдет бой. Так, это выстрелы. Смотрим, куда стреляет оранжевая команда. Оранжевый стреляет А1 и потопил двухпалубный корабль. Отметим это. А зеленая команда стреляет А2 и топит трехпалубный корабль оранжевой команды. Для зеленой команды еще не все потеряно, они еще могут победить. Открываем второй конвертик. Так. Оранжевая команда стреляет Г5. Отметим это. И они промахнулись.
А зеленая команда стреляет D. Ну-ка, ну-ка. D2 и промахивается. Отметим. Может быть, в следующем видео уже все решится. Оранжевой команде осталось всего 2 выстрела. Но если они не сделают их, то, возможно, победит зеленая команда. Или же у них будет ничья. Ребята, как вы думаете? Следующая коллекция у нас коллекция сок. Открываем конвертик с ананасиком. Нам попадается J7. И это повторочка. Пускай полежит рядом с каталогом, в конце видео уберем его в конверт для повторок. Во втором конвертике у нас сок Дар, томатный. Его в нашем каталоге пока что нет, поэтому приклеим его в наш холодильник. Дальше у нас коллекция киндер-сюрпризы. И она действительно следующая. Давайте посмотрим, что нам сегодня попадется. В первом киндере у нас игрушка из коллекции принцесс. Нам попадается повторочка Краб Себастьян. Он полежит у нас рядом с каталогом и потом отправится в конверт для повторочек. А во втором у нас киндере попадается коллекция бегемотиков. Такого у нас еще не было. Давайте поищем, где его место. Вот оно. Сюда его и приклеим. И дальше у нас конвертики с мини-лентой. Переходим к мини-ленте. И посмотрим, что нам попадется. В первом конвертике блинчики Морозко под номером 15. Таких у нас еще не было. Приклеим. А во втором конвертике под номером 33. Наверное, это шампунь, кондиционер какой-то для волос. Следующий конвертик коллекция РЖД. В нашем каталоге это первая коллекция. И мы ее почти собрали. Нам попадается под номером 4 вот такой вот милый крокодильчик. Давайте его приклеим. Вот такой милаш. Следующая коллекция. Коллекция с амнямчиками. Вот эта коллекция. Посмотрим, что нам сегодня попадется. Может, выпадешь? Не хочешь? Мы тебе поможем. Вылезай. Вот такой вот милый амнямчик с конфеткой. Такой у нас уже был под номером 21. Вот он. Пускай полежит в стороночке. Следующая коллекция. Веселые прилипалы. А в каталоге она предыдущая. Давайте посмотрим. Нам попадается Любопыш. Вот такой вот милый Любопыш. Вот его место. Давайте про него прочитаем. Ох, быстро же ты сегодня сделал домашку. Завтра еще и пятерку по контрольной получишь. Хорошо все же, что ты подружился с Любопышем. Он так любит учиться, что и тебе самому хочется поскорее схватиться за книжку. Отложим вкладыш в стороночку. В конце видео уберем в конверт для повторок, а Любопыша приклеим на место. Дальше коллекция Шопкинса. Вот такие странички. Открываем первый конвертик, и нам попадается скраб под номером 111.
Во втором конвертике у нас прячется наверное, это солонка с солью под номером 18. Посмотрим. Да, категория бакалея, скорее всего, это и есть соль. Приклеим на место. И последний, третий конвертик из этой коллекции. Попсикул. Это замороженный фруктовый лед, скорее всего. Ну, а мы переходим к следующей коллекции. Коллекция от моей сестры с канала «Люблю рисовать». Так. Что же нам попадется? Такой вот милый котик. По-моему, его зовут Пушин, но я не уверена. Напишите мне в комментариях. Давайте найдем для него место в нашем каталоге. Я думаю, этот котейка поселится вот на этой страничке. И теперь конвертики с нашей новиночкой, единорожки. Жаль, что никто не догадался. Вот так я дооформила страничку. Посмотрим, что нам попадется. В первом конвертике вот такой вот единорожек под номером 2 с розовой гривой и с длинным рогом. Посадим его на место. А, немножко не на место, ну ничего страшного. Во втором конвертике что-то маленькое. Это же единорожка мороженое с красивой яркой гривой и с пунктирным контуром. Он у нас под номером 4. Приклеим на место. И в третьем конвертике тоже что-то не очень большое. Уже вижу. И что же там может быть? Не хочет вылезать. Вот такой вот единорожка. Тоже радужный. Под номером 11. Ну а следующую коллекцию я вам покажу, наверное, страничку. Вот так я ее оформила. Догадаетесь ли вы, что это за коллекция? Узнаете завтра. А мы переходим в начало каталога, чтобы убрать сегодняшние повторочки. Фруктовый сок J7, краб Себастьян из мультика про русалочку из коллекции киндеров, вот такой вот амнямчик с конфеткой в виде сердечка и вкладыш от нашего Любопыша из коллекции веселые прилипалы. Ну а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Заходите на канал моей сестры Тани «Люблю рисовать». Подписывайтесь, она снимает очень интересные ролики, как она рисует и как она делает наклейки для моего каталога, которые мы с вами потом распаковываем. Ну а на этом все, всем пока-пока!